В семье Бербасовых-Бачковых из Самарской области стала победителем всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Его финал состоялся накануне, в День семьи, любви и верности. Победителями стали 32 семейных команды из разных уголков страны. В семейной команде из Самары 11 участников. Это капитан команды мамы Татьяна, папа Ярослав и их сын Владимир, дедушка Игорь Александрович, который и стал инициатором участия в конкурсе, бабушка Елена Петровна, а также родственница Татьяна с детьми Павлом 15 лет, Ольгой 17 лет, Семеном 16 лет, сестра папы Лада. Это очень неожиданно. Это очень яркое событие для нашей семьи. Мы конечно, верили, мы надеялись. До последнего. Вот. Испытали восторг, испытали чувство благодарности. Это самое, наверное, главное. Чувство благодарности к, конечно, нашему президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, который был инициатором этого конкурса, ко всем людям, причастным к созданию этого конкурса. Победителей поздравил президент Владимир Путин. Совместная работа всегда сплачивает. А если вы пошли на этот конкурс, на семейный конкурс, это значит, что вы чувствовали себя командой семейной. Все семьи победителей получили сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Их можно адресно потратить на покупку дома либо квартиры, а также оформить ипотеку. Виктория Шарая, «События».